1 сентября торжественно отметили и в Академической гимназии ТВГУ имени Павла Максимовича. Образовательное учреждение гостеприимно распахнуло двери для учеников. Сейчас здесь знания получают более 380 ребят, 106 из которых десятиклассники. На линейку в ряд выстроились десятиклассники. Волнения нет, все рады видеть друг друга после 3 месяцев разлуки. С началом нового учебного года ребят поздравили почетные гости. Пусть задачи решаются, пусть победы приходят. Приходят, да, благодаря усилиям, благодаря нашей помощи, но они обязательно будут, ребята. Старшеклассники обучаются по разным профилям, от гуманитарных до естественно-научных. Кроме того, гимназисты занимаются научно-исследовательской работой. Это лучшие дети, понятное дело, каждый учитель, наверное, так скажет, которые верят в то, что у них все получится, которые настроены получать знания, открывать что-то новое каждый день. И двери гимназии для них открыты, мы с радостью вступаем в этот учебный год. Академическая гимназия сегодня считается одним из сильнейших учебных заведений региона. Это связано с тем, что образовательный центр входит в структуру Тверского государственного университета. И уроки здесь ведут преподаватели вуза. Для тех ребят, которые мотивированы, которые выбирают академическую гимназию университета, здесь вот возможность просто продвинуться сколь угодно вперед. А потом закрепить это в том числе и в Тверском государственном университете. Гимназистка Яна Серковская признается, что образовательное учреждение – это хорошие одноклассники и преподаватели, интересные предметы, комфортное обучение и что-то новое каждый день. Мы очень дружный класс, каждый день это интересный день и всегда что-то новое. Также сейчас пришли больше половины новеньких, 10 класса. Я думаю, мы тоже обязательно подружимся со всеми. Хорошее настроение в этот день было не только у детей и педагогического состава гимназии, но и у родителей. Они отмечают, что отдали предпочтение гимназии из-за высокого уровня образования и индивидуального подхода к каждому ученику. Даже вот те направления, которые сейчас определяются с 10 класса, это не каждая школа практикует, а здесь это, я считаю, очень правильный подход, чтобы ребенок уже с 10 класса правильно понимал, что его интересует, и на это делал акцент. И вот прозвенел символичный первый звонок, который возвестил о начале нового учебного года.